Здравствуйте, друзья! Мы сегодня ждем в гости наших друзей Мишу с Нелли. И я, конечно, по-быстрому делаю пиццу. Ай, вот посмотрите, посмотрите, какая у нас пицца в духовочке. Поэтому пицца печется, потом сыр. Ну и, конечно, вертуту с тыквой к чаю. Все на скорую руку, так что ждем гостей. Приехали. Привет, привет. А где товарищ наш? Есть, есть. И товарищ идет, вот и Миша, проходите. Это машина пасует вам. Привет. Здравствуйте. Да, конечно. Цветочки. Красота. Ну, пошли. Опа. Что вы тут как ресторан сделали? Конечно, как ресторан. Как кафе. Что ты раскормила? А, что толстый наш Чижик? Чижик, ты что такой? Сейчас вас сейчас тоже покормлю. Вы тоже. Да, да, да. Да я его не кормлю, он раз в день кушает. Ну, такой вот он. Склонен. Нравится? Ресторане, ага. Как в ресторане. Да. Да, и сейчас у нас хорошо, будет пицца, как в ресторане. Давай. Да. Проходите. Во себе какой шампусик. Да. Это такой упаковочки и конфетки. Вот так вот. Так, ну хорошо, я иду за пиццей. Давай, я Саня. А вот и пицца. Вот так. Красота. Немножко она зарумянилась, но, по-моему, она не стала менее вкусной. Аппетитная, пахнет. Да, супер. Да, очень. Саша у нас открывает шампанское. Коньяк пьем, шампанское запиваем. Вот так вот. Кто-то будет коньяк, кто-то шампанское, а кто-то все вместе. Да. Разберемся, да? Под пиццу. Что лучше? Что лучше под пиццу? Наверное, коньяк. Короче, все вместе. Что? С праздником. Сегодня праздник. Да. В общем, и мы сегодня... Ты решила это? И мы сегодня, да. А Саша? И Саша... А я же не пью ничего. Ну... Бери, а потом разберемся. Да. Давайте. Давайте. Ну как, пицца? Кто уже попробовал? Миша попробовал. Вкусно. И горячая еще. И горячая еще. С пылу с жару. Ну я что, продолжаем. Продолжаем пить. Кто-то уже поменял шампанское на коньяк, а кто-то коньяк на шампанское, да? Да. Саша тоже. Вот так. Ну что, давайте. Погодка, солнце уже село. Как хорошо, да? Погода у нас вообще супер. Такая красота, тепленькая. И сейчас солнце садится, вообще не жарко. В общем... Красота. Ну и Чижик тоже балдеет, конечно же. Да? Самый главный Чижик. Да? То, как вам конфеты? Очень вкусные. Миша с Нелли принесли. Конфетки. Супер. Саша, ты пробовал конфетки? Ах. И белый, и черный шоколад. Ну, вот супер. Таким женщинам, как ты, нельзя. Почему? Да. Вы видели? Мне нельзя. Это маленьким деткам. Маленьким деткам. И этим, хорошим мальчиком. Вот так вот. И хорошим мальчиком. Можно выдержать. Как только я конфетам, он говорит, что мне нельзя. Вот так вот и живем, ребята. Да, а то потолстеет. Вот так вот. Поэтому я и худенькая. А ты уже свой канал на Ютубе имеешь? Он такой хороший мальчик. Вот он тоже кушал пиццу с нами, да? А посмотрите.
Ну, и кошечка бомбёж, тоже, и кошечка тоже любит пиццу, да, Чижик? Уезжаем. Уезжаем до дому, до хаты, погуляли, пообщались. Все, ребята, будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо, будьте за общение. Всем пока, пока-пока. До следующих встреч. Да.